Страшное путешествие в старый свет. Двух сотрудников музея отправили в экспедицию. Чтобы они нашли остатки древней цивилизации, они забрались в горы. Когда наконец-то они туда добрались, они открыли запретные врата древних руин. И, ничего не подозревая, шли просто так. А к ним тем временем подплывала страшная голова чудовища. Но охранник увидел его, стрелил. Чудовище, клад, и вдруг из двери выпал клад. Конец.